В течение недели чиновники столичной премьеры совместно с предпринимателями и специалистами общественного здоровья будут обсуждать возможные меры для снижения риска распространения коронавируса. По словам генпримара муниципия Кишинев Иона Чебана, результатом этих встреч станет решение о дальнейшей деятельности предприятий сектора ХАРЭКа. Необходимо посмотреть, какие нужно принять решения, чтобы определить формулу для выхода из ситуации на краткосрочный период. Население должно понять и соблюдать правила, потому что приближаются праздники, и нам надо избегать столпотворения в магазинах, на утренниках, торжествах большими группами. В Приморье уже приходит информация о том, что некоторые организации и предприятия бронируют заведения для проведения новогодних корпоративов, а это противоречит мерам безопасности, принятым в нынешней эпидемиологической ситуации в стране.